Тебе, Боже, наш слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в них, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Миром Господу помолимся. О Вышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем и с верой благоговением и страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом господине отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о господине высокопреосвященнейшем митрополите Герме, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Елисее, честнейшем святе Христе, молимся. Господи, помилуй. Молимся благополучно, чаще и спешно, кроме всякого препятствия, во славу свою скончать, силы, детям, благодати Пресвятого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже труждающимся делателям благопоспешенству, о всем подати, и дела рук их исправите, и совершение силою действов, и благодатью Пресвятого Духа спешно произвести, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже ко благому чаянии рабов своих, организаторов и участников православной выставки, благопоспешенство со всяким довольством, силой и действием благодати Пресвятого своего Духа, подати, Господу помолимся. Господи, помилуй. Премудро. Переписим послание святого апостола Павла чтение. Помни. Братие, як уже всегда послушайте меня, не як уже пришествии моем точию, но ныне много паче в отшествии моем, со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Бог бо есть, действуя и в вас, и еже хотите, и еже делите о благоволении. Вся творите без роптания и размышления, да будете непорочней цели, и чада Божие непорочно посреди рода строптива и развращенна. В них же являетеся, як уже светило в мире, слово животно придержащее, похвалу мне день Христов. Премудро. Слушаем Святого Евангелия. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия. Мир всем. И Духови Твоему. От Матфея Святого Евангелия. Чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон мир. Рече Господь, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бо прося и приемлет, и еще и обрецает, и толкущему отверзится. Или кто есть от вас человек, его жащего спросит сын его хлеба, еда камень подаст ему. Или аще рыбы просит, еда змею подаст ему. Аще уба вы лукави суще, умеете даяние блага, даяте чадам вашим.
Коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Благое намерение делает, благослови благополучно чати, не спешивай всякое препятствие, во славу Твоего воскресения, яко всесильному Царю, молимся Тебе, усыновивший Тебе помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Во всем поспешивай, всем во благое, Господи, милостивым и рабом Твоим, организатором и участником православной выставки, поспешивай. Пати и благополучие совершений делай, спешно произвестися, благослови, молимся и моги Владыко, услыши и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милостивый человек, повинов, вести тебя слава, славим Отцу и Сыну и Святому Духу, да не пресно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Боже наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело рабов Твоих, организаторов и участников православной выставки. Неже благополучно начать и без препятствия всякого благослови Твоей совершите, делателям благопоспеши и дела рук и страви, и совершение силы Пресвятого Духа, спешно произвести со Твоих. Твоего есть, еже миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу посылаем, то безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудро. Слава тебе, Христе Боже, Боже наш, слава тебе. Слава Отцу и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, силою честного и животворящего Христа, и же во святых святителя Тихона, патриарха Московского и всея России чудотворца, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Второй православной выставки, ярмарки «Урюпинск православный. Хвали имя Господне». Позвольте вам передать приветствие и благословение нашего правящего архиерея, епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, и всем вам пожелать хорошей работы в эти предстоящие дни на нашей казачьей земле, чтобы был мир, тишина, молитва у святынь, которые здесь будут пребывать. Это наша Урюпинская икона Божией Матери, частица мощей святителя Тихона, патриарха Московского из Московского Донского монастыря. И просто, чтобы здесь могли вы и найти то, что хотели найти когда-то, а пообщаться, встретиться, поговорить, наполниться радостью и спокойно завершить оставшиеся дни Святой Четыридесятницы, Великого Поста, и что-то приобрести радостного, подготавливаясь к празднику светлому Христово Воскресение Пасхи. Всем вам помощи Божьей. Конечно же, мы также заинтересованы, чтобы и к нам пришли покупатели, посетители. Мы представляем свою достаточную особенность монахов. Помогаем им все, что здесь есть. У нас есть замечательная мира, всем рассказываю. И показываю чудеса от этого мира, происходят по всей стране. Записаны письма про это мира. Мира Богородица, чистый нар, который очень серьезный и многократно подтвердил свое чудодейственное свойство. Вот. Особенно у кого проблемы с кожей, ожоги, болит зрение, восстанавливает. Поэтому мы хотели бы, чтобы нас услышала через ваши репортажи о Божьем людей. А также у нас привезена скопу, привезли тапочка Спиридона Тремяковского. Она здесь не сама тапочка, но это тапочка, которая тут суток лежала в плащах, тоже привозила. Иконы, оконки мира, надо, пожалуйста, будем благодарны всем.
Мужчина, купите себе у нас массаж. Очень красивый, посмотрите. Брелки у нас очень красивые. Со святым Георгием, видите? Жене подарок, не надо мне. Сорока, пусть нас стойки масла травы целебные. Это растут на территории Донского края, которые наши организмы приспособлены. Это вся, весь, можно сказать, всю лавку монастырскую вывезли сюда. Как вам самое? Хорошо, люди очень приветливые, отзывчивые, подходят, спрашивают, интересуются, покупают. Замечательно. Организатор Да, замечательно. Все отлично. Спасибо. Спасибо большое. Ну что в рай не зашло, я бы рада зашла, очень. Еще сегодня вечером будет служба, необыкновенная, особенная служба будет в храмах, на которой будет в том числе вот прочитываться полностью весь вот этот великий покаянный канон преподобного Андрея Кривского. Вот в этом каноне после шестой песни поется кандак, такое небольшое молитвенное песнопение, обращенное к душе. Оно поется на особый распев и по звучанию отличается от самого остального канона. Во время пения кандака люди с горящими свечами в руках становятся на колени и молятся коленопреклоненно. Я исполню вам следующую песню, которая как раз навеяна размышлениями над словами вот этого кандака из великого канона Андрея Крицкого. И чтобы вам было понятно, как вот перекликается песня с этим кандаком, я хочу прочитать сначала вам сам этот кандак на русском языке, в переводе на русский язык, чтобы вам было более понятно. Конечно, за богослужением он читается, поется на церковно-славянском. Пожалуйста, садитесь, еще много места, садитесь. Садитесь. Давайте я молитву канона Андрея Крицкого в переводе на русский язык. Душа моя, душа моя, восстань, что спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Воспряни же, да пощадит тебя Христос Бог, везде сущий и все исполняющий. Восстань, восстань, что спишь, и что спишь, душе нечестиво, во что не родишь, придет тебе время, расстанешься с телом. Ты сможешь спастись лишь верой и делом. Не будут грехами тебя истязать, и нечего будет тебе отвечать. Таковым ответом придешь перед Богом в день страшный, последний. Суд Божий со много слезами горючими будешь рыдать и будет помощи ждать, но кто тебя очистит?
взявши, чисту должен дать. И молятся грешники во исправленье и просят спасения во искажденье. Восстань, восстань, что спишь, что спишь, душе.